Итак, всем привет, это я, Рик Касти, и новый сюжет, логическое продолжение всех предыдущих сюжетов. Итак, вот, по состоянию, по логике тех сюжетов, ты уже умеешь подбирать скорость, да? Вот, научился это делать, или там в тракторе, или на сидюках, или на виниле, в общем, ты умеешь подбирать скорость одного трека относительно другого трека. Все, супер, казалось, вот, когда я только начинал учиться самостоятельно, вот, купил два проигрывателя, там, две пластиночки, чики-чики, бу, подбираю скорость, все, круто, все, могу, оно, вот. А потом стал такой вопрос, как-то скорости, они-то хорошо звучат одинаково, но вот как их соединить так, чтобы было красиво, как по-фирменному, как говорится, вот. Вот, блин, думал, это был, конечно, цирк, вот, это была целая такая... симпозиум, я пригласил друзей, мы взяли этого пивасика и давай, наверное здесь, нет, так, я слышал, там он вот так, не, они на ямах сводят. В общем, два обыкновенных хаус-трека получили вердикт, не сводимых абсолютно. Вот, если ближе к делу, то в этом сюжете речь пойдет о том, что делать дальше, вот, какой следующий этап обучения техническим навыкам. Следующий этап – это понять и потренироваться тому, что запускать, когда ты уже сводишь одну композицию относительно другой, нужно в квадрат. О квадратах мы говорили, я говорил в сюжете, я не помню его номер, вот, о квадратах. Квадрат – это такая как бы структурная единица трека, и с квадратом, с каждым новым квадратом к треку добавляется или уходит какой-то новый элемент, новое звучание, вот, что-то меняется глобально от квадрата к квадрату. Ну, например, там идут ударные, потом хэты, снейры, потом добавился синтезатор, басовая партия, все это происходит по квадратам. Потом бах, пошел вокал тоже по квадратам. Это мы уже говорили, то есть обычно, в большинстве случаев, все по квадратам. Вот, то есть идет 8-8-8-8, бах, тут пух, пошел там новая синтезаторная партия или чуть-чуть поменялась играющая партия. Вот, и так все треки. Вот, где логика, почему по квадратам? Ну, потому что так будет правильно. Вот, потому что оба трека написаны по квадратам. У обоих треков... квадрат длится 32 удара. Значит, если мы совместим первый удар играющего трека и первый удар следующего трека, вот, то дальше треки пойдут вместе, удар в удар. И все изменения у них будут синхронные в одном треке и во втором треке. Вот, то есть там будет какой-то, там будет переход на следующий этап, там будет меняться какой-то звучок. И во втором треке, который мы вводим, тоже будет меняться звучок. И это все будет синхронно. То есть будет как вот такой ч-ч-ч-ч, такой вот как бы квадрат, да, будет происходить. Синхронно будут двигаться два трека. Да, можно запустить не в квадрат. Что тогда получается? Ну, запускаем там в какой-то там в шестой удар, да. Получается, что в одном треке прошел квадрат, а только начинается новый квадрат, там какое-то изменение или пошел вокал, а в следующем треке изменение будет через 6 ударов. И будет, ну это будет выглядеть так, и звучит, ну, звук этот будет выглядеть так, как будто танцуют две пиджеки, вот, да, две танцовщицы танцуют, они двигаются как бы в ритм, вот, делают одинаковые движения, но не одновременно, да, то есть. Они двигаются в ритм, делают одинаковые движения, но не одновременно. То же самое и с квадратами. Ну, как это может быть? Ну, допустим, одна начала вертеть головой, а вторая начала вертеть головой позже, в то время как вторая начала крутить руками. Ну, приблизительно то же самое будет. Двигаются-то они обе в такт, но не синхронно. Вот. Поэтому, чтобы получился красивый свод, вот, потом это станет намного яснее, намного все уложится в голове. Да и сейчас может все уложиться в голове, это все логично. Оба трека по квадратам пишутся, вот, написаны вернее, и чтобы все эти изменения были синхронны друг к другу, чтобы не было вокал начался, потом через непонятное количество ударов начался другой вокал, вот, тогда надо запускать квадрат в квадрат. Вот, как говорится, лучше запаровозить, чем запустить не в квадрат. Вот. Еще один момент, почему вот такая квадратура важна.
мы эти квадраты как бы чувствуем на подсознании. Ну, не то, что там какое-то подсознание, совсем подсознание, как X-Files, а просто, ну, представьте, практически вся музыка, которая вот, звучит на радио, танцевальная музыка, она пишется по квадратам. Где-то квадрат меньше, где-то квадрат больше, но, в принципе, она пишется так, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, и мы уже интуитивно ожидаем, мы уже, ну, мы как бы, ну, мы ожидаем, что там что-то переменится, да. Если один квадрат ничего не поменялось, второй квадрат ничего не поменялось, третий квадрат ничего не поменялось, то это унылый минимал, его надо выключить, вот. Ну, то есть это просто быстро надоест, если в треке ничего не будет меняться. Вот, а изменения все приходят с квадратами. Поэтому, еще раз, треки сводятся по квадратам. Первый удар выводимого трека, в первый удар играющего квадрата играющего трека, и получается то, что нужно. Вот. Как это запустить? Я сейчас покажу, как запускать именно технически, покажу на пластинке, вот, на пластинках. Потом сниму сюжет, покажу, как это сделать в тракторе. Ну, в принципе, это то же самое, я уже показывал, как подбирать скорость в тракторе, там можно и догадаться, как и запускать в тракторе. Ничего сложного. Вот. Если вы сразу не чувствуете квадраты, вот не слышите их, считайте. Нет ничего такого здесь зазорного посчитать. Это вот, просто про себя считайте, да, или вслух считайте. Вот, закончилась яма, начались удары. Вы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 И на девятый отпускаете. Ну, я обычно беру так. Последние 4 удара, 1, 2, 3, 4, 5 запустил. Ну, прикольно. Можно вообще держать и запускать в самый последний момент. Ну, сейчас мы разберемся. На наглядном примере я покажу. Итак, ближе к декам. Деки, деки. Где вы, деки? Окей. Вот я снова, значит, здесь у нас будет играть трек Криса Лейка Secrets in the Dark. Только что по моему облому догадались, не всегда переходы от квадрата к квадрату ярко подчеркиваются. Вот это был яркий такой переход от квадрата к квадрату. Вот вы засекли переход и можете начинать считать. Вот. То есть, вот есть переход, и начинаете считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, про себя вслух как хотите. Вот, а здесь у вас, в этой руке у вас первый бит выводимого трека. Оба трека пока тренируетесь, оба трека пусть звучат в эфире, там, или в наушниках, или через колонки, как вы тренируетесь. Вот я в боевой позиции, в боевой готовности. Теперь я жду перехода от квадрата к квадрату, чтобы запустить. Вот, чтобы запустить. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
одновременно. Переход от квадрата к квадрату происходит и там одновременно. Там в этом треке вы слышали характерный на переходе пшик такой пшш. Вот, ну, или white noise, или там, как его называть, снег. Одну минуту. Да, итак, вернемся к тому, что я говорил. В общем, все изменения абсолютно несинхронно происходят. В этом треке, в этом треке, в этом треке был white noise, этот пшик, он очень в тему как раз к этому треку подмешивался, и получалось, что как будто звучит один трек. Вот. Если запустить не в попад, вот, то будет как бы, ну, почти то же самое, но что-то будет смущать. Будет какой-то такой, ой, нет, что, подожди, блин, ну, бля, не, надо перепутать, ну, что-то не то. Вот такое будет, да. А может вообще там грубяк будет слышно, что там бух, то одно началось, то одно закончилось, второе началось. Вот, поэтому еще раз. Мой метод, ну, вот я запускаю лично так. Можно выбивать весь квадрат. Вот, заодно натренируется, будете тренировать выбивание удара. Можно просто держать и запустить вот в начале, просто про себя считая. Ну, как бы мне прикольно, когда я вот беру на последние 4 удара, получается сколько это, ну, последние 5, 6, 7, 8 и на 5 удар отпускаю. Ну, прикольно получается. Вот еще раз. Вот у нас тут как раз сейчас яма, или драй, или провисон, как кому больше нравится. Вот после нее очень удобно находить квадраты, потому что только начался бит, все можно считать. Я ее проморгал, так что ждем переход. Я жду перехода. Сами с собой, я даже не трогал эквалайзер. Вот так. Ну вот, треки практически слились сами собой. Вот, в конце получилась маленькая каша, потому что в доигрывающем треке вокалист решил поставить последний аккорд и там что-то спел, и вокал на вокал наложился. Ну, а вообще, вот так вот оно получилось, и довольно прикольно. Вот, это был рекасти, тема была квадраты, запускайте в квадраты, вот, попадайте в биты, синхронизируйте скорость и вообще ловите кайф от жизни. Адиас!